депутаты, вашему вниманию представлен проект размещения ярмарки выходного дня. Если помните, в нашем районе уже более 8 лет нет такой ярмарки. Хотя, в принципе, в каждом районе такие ярмарки существуют и себя зарекомендовали, ну, как востребованные, скажем так. Значит, в прошлом году мы предлагали такое место, это было на Андропова 46, бывшая стоянка, и она так и не пошла. Не предприниматели ее не оценили, а скорее не оценили жители, то есть они не голосовали за нее ногами.